Дорогие друзья, наш мощный и позитивный канал ведет свой репортаж из города Сочи. Мы приближаемся к Олимпийскому парку. Вот это стадион Фишт. Вот. А вот это стадион называется Шайба. Вот я его строил полгода в свое время перед этой Олимпиадой. Мы здесь слаботочку электрику вкидали. Вот, за полгода мы все сделали и съехали. Вот этот стадион лично своими собственными руками строил, друзья мои. Спонсор нашего канала, нашей поездки, земной поклон. Цель нашего путешествия — это вот посмотреть на фонтаны поющие. Факел. Ну, тепло здесь. Сегодня как бы не очень было солнечно, 22 градуса. Но море прохладновато, прямо скажем. У нас-то стояло это вчера, по-моему, на Урале. 36 градусов было, температурный рекорд. У нас вода в озерах кипяток. Вот это вот конечная цель нашего путешествия. Дорогие друзья, желаю вам отличного настроения, хорошего теплого солнечного лета. Все, пока-пока.